товарищи отдыхающие, всем доброе утро. Сегодня суббота. 14 апреля. У меня что в последнее время, видите, что с головой тут? Со всеми этими. В том видео возьми ляпни 13 апреля. Ну вот как так? Потом, когда начинаю монтировать, сама в шоке, наржалась до умопомрачения. Конечно, сегодня 14 июля, я надеюсь. Сегодня 15-е. Да. 15-е. В общем, все смешалось в доме Обломовых. Сегодня 15 июля, суббота. Погода подпортилась опять, но я думаю, что к обеду там, за морем, уже светло. Ну вот идет дождь. Мама висит на руле. Я висю. Ну, хватит. Ну, в общем, вот. Я, конечно, вы думаете, нам это очень нравится, что такая погода. Ну, резко так спрохладновело. Мы едем в джунгу по делам. А потом меня оставляют. Ну, смотри, вот там давит небо. Ну-ка, сними. Мама, смотри на дорогу. Над морем сними. Меня не снимает. Я не накрашена. Вот там уже светло. Море очень красивого цвета. На обратном пути остановимся, снимем вам море. Не, я-то, меня-то не будет. Куда ты денешься? Я в джунгли сяду, поднимусь. Посмотрим, сказал слепой. Ну, в общем, вот, давайте подождем до обеда. Но по прогнозу синоптиков завтрашнего дня уже полностью солнечно. Вот там, видите, вдалеке. Все, вот уже кончился дождь. Да, дождь уже закончился. Тут такие природные явления. Сегодня так, через 5 минут так. Там вот висит какая-то, конечно, тучка. Ну, я надеюсь, ее унесет в Краснодар. В общем, на обратном пути я остановлюсь, поснимаю море. Надеюсь, что уже на обратном пути, через полчаса, погода будет супер. Но с воскресенья, говорю еще раз, 26, солнечно, 28, 30, 32, 48. Это такой год. Вон, смотрите, что над Лермонтова опять висит, конечно. Такой вот, как сказать-то, нависло, как мы как где-то живем, как будто где-то в Лондоне. И снова там как песня. В общем, пока тут едем, черная там такая, грозовая. Море не штормит, море подштармливает. Волнуется без вас. Да. Море волнуется без вас. Ну да, шторм штормит. Не сильно, конечно, давай сними. Лермонтова проезжаем. Не видно. Ну, видно, что все равно волны. Купаться, конечно. Кстати, вчера девчонки ходили, самые измельчаки, все равно. А прямо пляж закрыт был? Нет, не закрыт. Пляж был открыт. Море вчера было более-менее спокойное, купались, само море теплое. Вот от чего и образуются эти вот все смерчи. Температура воды высокая, вдруг приходит холодный фронт и начинается вот такая вот, что-то на мосту стоят, люди все снимают в ожидании чего-то. Надеемся, что никаких больше. Ну вот как бы все поселки пришли в себя. Это у нас не река вышла из берегов, это вот именно выпал, хоть мне там многие написали, выпал смерч. Сначала он набрал воды, песка и всего прочего, потом вам как-нибудь расскажу, какой мне пример привели, как этот смерч потом выходит на сушу. Ну все, мы гоним по делам, потом все дальше покажу. Возвращаемся с джубги. Остановились вот на пляже здесь. Как их называют? Золотые пески. В общем, опять какое-то сообщение пришло, что выпал смерч в Подхребтовой. Это там в горы, высоко в горы. Люди, что река поднялась немножко. Будем надеяться, что сейчас все. Ну вот видите, что там с той стороны творится.
страшно в Новомихайловку-то заезжать. А море вот такое. Вот я хотела с высоты поснимать. На берег, конечно, намело, нанесло много мусора. Да. Никак в этом году погода... В смысле, она была отличная, но вот неделя вот такая выдалась. Казалось бы, да, самый пик сезона, середина. Я там начала говорить, это вот... Пришел холодный фронт, море прогретое, была жара под 40 градусов. Против природы не попрешь, у нее есть свои законы. На улице так-то тепло. Но там тучи висят в сторону Новомихайловска. А море все равно красивое. Как ни крути. А это в сторону Лермонтова. Такое бирюзовое. Ну что, вот там прямо чернота. Ну до пляжа я тоже сегодня доеду. Сейчас Яна вот собирается в Сочи, не знаю, открыта трасса или нет, сейчас будем узнавать. Возьму внучек, и если погода более-менее устаканится, сходим на море. Но пока вот такая обстановка. Ну что, я в Новомихайловском. Воют сирены этот раз. Поднялась река. Вот я иду. На юности уже идет река. Фу, вода. Тут даже нам не пройти. Я хотела к реке. На-на-на-на-на-на-на. Водичка, аккуратно! Тихо-тихо-тихо. Доча, я сказала, аккуратно. Водичка. Не бойтесь. Смотри, какая красота. Снимай. А самое интересное, смотри, парк сухой. Но. Да вы уходили быстрее, стоите. Это как вода может подняться. Выходите куда-нибудь. Пошлите. Пойдем повыше. В общем, нас изругали. Ой, господи, не ори. Ну, она молодец. А так, да-да, скорость. Местные жители... давно, которые здесь живут, сказали, вы-то что стоите, уходите. Всем весело. Выпал смерч в Подхребтовой. И четыре? Все. Да. Я один, четыре. Тем более, река поднялась. Смотри, да ты снимай. Не нас, а воду. Тоже снимай, интересно же. Давай, давай. Смотри, не пролезай. Что, смотри, вода к нам. В общем, к реке нам не пробраться. Река уже сама добралась до нас. Ну что это такое-то? Там, где вода поднялась с той стороны, уже закатила. Уже ходили в пару. И вот она сейчас сюда пойдет. Дальше она сюда будет подниматься. Вернулась, вот подошла обратно. Улица Ленина. Уже плывет. Да. Этот июль 2023-го запомнится нам надолго. Бегу. Завернула у Победы, где я обычно хожу. Блять, вода уже второй микрорайон заполнила. Ёп твою мать, ни к подъезду не подойти.
какой-то фильм, знаешь, как я в каком-то в кошмарном сне. Фильм «Катастрофа». Машину оставила возле магазина, надеюсь, туда не дойдет вода. Ёпс, туда. Наш дом вот здесь. Пойду с той стороны попробую. Ё-моё. Пробую зайти со стороны Олега, где оставляла машину здесь наверху. Конечно, они у меня там в панике, две крошки. Сейчас пойдем вплавь, наверное, в подъезд. Пиздец, это мне будет что, по пояс воды? Ё-моё. Привет. Пипец, мне надо... Да, конечно, первый подъезд, у меня там двое детей дома. Да. Ну, на втором этаже, правда, слава богу. А большие дети? 12,5. Разговаривали с ними? Ну, да. Тоже, говорю, сидите без паники. Они там все у меня. Две внучки в гости приехали. Ё-моё. И чё, когда у нас будет? Это ещё подымется. Ещё подымется? Это фигня уже подняла. Пацаны без камеры. Куда кинет, кто не узнает. И чё, мне вплавь пока добираться, пока возможно? А? Тут по пояс, наверное, сейчас будет. Если помочь, если уже дома будет. Чё делать-то? Мне жалко их. Это зять? Нет, это дочка приехала с внучками. Дочка уехала, эти две дома у меня маленьких. Я пошла до работы. Ё-моё. Ну, я не знаю, ты можешь пройти так. Так ты смотришь, ничего, а... Так, наверное. По грудь? Да нет, да, отсюда будет, да. Так, можешь пройти. Так, ладно. Все, Ил будет. Ёпс, тут и я. Вы бы не паниковали, дети. Да, сейчас буду им звонить.